Пуши, не надо! А, все, она шипит! А, блин, что это? Я не пойму! Че она шипит? Я что такое? Нет, ты на нитка! Ребята, привет! Мы решили пригласить студентов других вузов к нам на, кажется, нащупал. Первыми были ребята с Каразина. Они представляют YouTube-канал UNK-блог. Они там публикуют студенческие видосы. Также у них выйдет коллаборация с нами. Это они будут ходить по нашему университету и спрашивать, сколько стоит шмот. Ну, что-то типа такого. Можете посмотреть у них на канале. Ссылка в описании. А сейчас приятного просмотра. Рекомендую смотреть до конца. Это было прям... Пушечка, вы просили жести, жесть будет дальше. И напомним про видос, про шмот. В конце видео можете не перелистывать. Всем привет! Это UNK-блог, Каразина, как бы представляем Каразина и представляем теперь Хнуре. И мы в гостях. У Хнуре. Хнуре. Хнуре ТВ. Короче, мы пришли сюда поиграть в очень интересную игру. Что было дальше? Но нас позвали, наконец-то нащупал, и мы не расстроились. Да, было, как оказалось, еще веселее, еще приятнее. Страшнее. Руки под ткань, нам куперочки. Осторожно. Блин, капец, стрёмно. Давай. Руки под ткань. Там кот, что ли? Ваня сказал, что если там будет что-то такое страшное, мне надо как специфически крикнуть, типа «Юху! Юху! Уху! Уху! Осторожно! Какое это?» Я очень боюсь, ничего не выскочит. Не-не-не-не, тараканы. Если там тараканы, то не хочу, не-не. А это страшнее, чем казалось. Осторожно. Все отлично. Я очень секустрю. Так, уже легче. Я его должна еще найти. Блин. Ага, она там. Так, так, так. Если это крыса, кстати, я вообще боюсь крыс. Я не понимаю, где. Да вы не хотите так реагировать. Короче. Блин. Ты мерзкий какой. Ну, блядь, боже, там какая-то живая херня какая-то. О, так подожди. Нет, не подожди. Чудо какое-то неприятное. У меня кошка так шипит. Она бешеная. А, что она шипит? Боже, подождите. Блядь, выходите. Быстрее, закрывай. Почему? Что она ползет на меня? Не понял. Ладно, я попробую, хотя бы что это? Или здесь просто звуки? Это что такое? Кто он? Какая мерзость. Боже, она очень мерзкая. Там какие-то пальцы, когти, руки, что это? Варианты. А, паук? Нет, этот жук, это жук какой-то. Он маленький. Да? Это черепаха какая-то? Я не понимаю. Я боюсь его трогать. Возьми, не бойся, возьми. Блин, она меня... Это стрекоза. Вы же не на смерть нас подставляете? Я не понимаю реально, что... Их дохера там, что ли? Класс. Я туда не полезу. Это паук? Чё, ты не знаешь, что это, блин. Ну это точно не боюсь, как минимум. Господи, спаси, сохрани. Чё она шипит? Это змеюка какая-то. Не слышишь, чтобы так жуки шипели? А, блин, что это? Я не пойму. Да чё она шипит? Угомоните эту штуку. Игру, я не пойму, жук. Я соцпак. Пожалуйста, давайте не об этом. Ладно, давай по-другому. Он убил его? Нет. Таракан? Какой?
есть тараканы, я не знаю, какие есть тараканы. В общаге только одних видела. Они все одинаковые. Ну ладно, ну, в принципе, желтые. Это магадаскарские тараканы. Можно его не трогать? Я же уже сказала, что это таракан. Ладно, да, ты угадала, можно рассмотреть. Таракан? Да. Фу! Это таракан. Да. Это таракан. Посмотрите. Вы что, гоните? А вдруг он бы меня убил? Офигеть! Вы издеваетесь? Как ты? Кошмар! Такое нельзя делать! А что? А они шипят? Попадь, они на тебя пошипят. Не надо, пожалуйста. А за тебя они милые. Охренеть. Ты так перевернул одного. Извини. Да, я не боюсь тараканов. Ребятки, ребят, как вам? Мадагаскарские тараканы. Нормальные эмоции? Эмоции клевые, клевые. Жесть, жесть, жесть. Хотели, хотели. Вот, если ты не успел зарегистрироваться на новогоднюю шоу на наше, где будет жесть, очень много жести, пожалуйста, ссылка в описании. А также, если мы наберем 500 лайкосов, пригласим ХПИ, и будет очень интересно. Так, надеюсь, это не страшно, это весело. Я не сцекло, я мужик, я не сцекло. Оно шевелится. Я не сцекло! Вот если бы ты не орал, я сейчас бы зашел бы, так хоп-хоп-хоп, там это там то-то. Ну не надо, ну не смейся. Это... О-хо-хо! Я что такое? Ладно, пустота, это прекрасно. Оно сверху. А что? А? А? Все спокойно. Сейчас. С какой она стороны? Над! Пипец! Блядь, оно сидит под потолком. А, это ткань. Нет, это не ткань! Это не ткань! Чё, ну волосатая? Нет! Это кися? Подожди, а если ему будет больно? Оно не кусается? Это паук! А я не знаю, оно такое прикольное на самом деле. Ладно, давайте, давайте. Ой, тарарарай! Тарарай, тарарай, тай, тай. Дальше не хочу. Можно? Я так оставлю. Мужик закончился. А что? Вот тут. Он меня зажрет. Вот, вот, врыгаю. Ну это же не паук. Он говорит мне нет. Хлопнуть? В ладошки? Нет! Бахнуть его. Что? Оно большое? Бац его, нормально, тут бац, пожалуйста. Прямо так. Не надо. Боже, не надо! В натуре на паутину похоже по ощущениям. Ну, нет, оно вот сосредоточено вот здесь. Давай, пока, давай. Ударить его? Да. Вы уверены? Я не знаю, что это. Сука такая, что она сидит. Ну не нам. Я не понимаю, что это может. Это! Ё-моё! Тихо! А! Подождите! А! Она пропала! Давай!
Убила! Нет! Что это такое? Нет! Так, это мертвое. Мне не страшно, потому что вы не могли подсунуть сюда какую-то заразу, которая меня съест. Не выскакивай. Так не могу. Вы не так же ненавидите Карасина, да, как я думаю? Фухи вы, уроды, господи. Погодите, это мех. Это... Фу! Все, понятно, это мем, ну мех, да, от пуховика. Ну все, нормально. Это брелок или что такое? Это брелок. Это для шапки какая-то. Балабон. Балабон? Бубон. Это брелок какой-то? Да, брелок. Серьезно? О, какой позор, так опасаться за брелок. Ну это жесть, это в натуре хорошо. Итак, также вы все должны быть знаете, что у нас есть замечательная рубрика, как называется, Алина? Поясни за шмот, и мы пришли в гости к Хнуре, сняли здесь выпуск, пообщались с студентами, узнали, как дорого одеваются студенты Хнуре, собственно говоря, и этот выпуск вы можете посмотреть. А можешь спойлер? Вот ссылочки в описании, всегда хотел сказать. Нам сказали блог, и надеюсь, где-то будет ссылочка. В описании надо сказать. В описании. И поставить колокольчик. А вы можете монтаж такой сделать? Я типа так вот держу ссылку на видео. Мы так умеем делать. А я вот так вот беру его так вот. Вот вы его так сужаете. Потом ее расширяете, переворачиваете. Потом вот так. И потом я вот так вот беру, и оно так вот крутится. Тектоник. Да. IT. Да, подписывайтесь все на UNK блог. UNK.blog. И на Хнуре ТВ, ребята. Хнуре ТВ. Да. Вот. Мы вас всех любим. Спасибо. Любим. Пока! Не обсирайте, если вы. Ребята, те, кто хотят поучаствовать в такой же жести, это же было жестко, вы смотрели до конца, значит, было клево, лайк обязательно поставьте. Хочешь принять участие, ссылка в описании, новогодние выпуски будут, мы готовим сейчас жесть для вас, так что будет nice, класс. Вот, с вас подписка, лайки, комментарии, мы вас ждем, и 500 лайкосов пригласим в ХПИ.